Друзья мои, всем большой привет! Я рад приветствовать гостей, подписчиков моего канала. Сегодня мы будем сеять с вами, вместе с вами, вот такую прекрасную гацанию. Ее называют газания, гацания, все по-своему правы. В принципе, у нее несколько названий. Вот мы когда начинали выращивать этот цветок, это где-то было около 20 лет назад, ее называли, писали гацания, потом газания. И, в общем, можно, конечно, копаться в ее названии, но то на то и выйдет. Из нее не вырастет ни картошка, ни помидор. Это будет прекрасный, замечательный цветок. Разновидность, вот даже здесь на упаковке написано «гацания». А на некоторых упаковках пишут через букву «З» – «газания». Друзья, у нее много очень оттенков. Мы берем всегда, стараемся покупать смесь окрасок, что попадаются и желтые, и оранжевые, и красные, и белого цвета. Любая шикарная, в принципе. Открывается этот цветочек от солнца. Вот, в принципе, место жительства ее – это солнечные участки вашего огорода или, например, у вас солнечная сторона балкона. Она выращивается как в открытом грунте, так же и можно выращивать в горшочках. Вот, если, например, вы хотите такой цветок у себя, например, иметь в цветнике. Многие из вас, конечно, ее сеяли, сажали. Вы знаете, что она на ночь закрывается, с утра открывается. Это бесподобная красота. Вот этот куст газании я выкопал с открытого грунта перед заморозками. В принципе, уже стояла нулевая температура. Были такие минусовые небольшие температуры. Она, в принципе, выдерживает. Я ее пожалел, выкопал и занес к себе в дом. Сейчас я перенес ее сюда к себе в теплицу. И, наверное, буду ее разделять. Посмотрите, у нее очень много сформировалось розеточек, которые можно разделить. Посмотрите, здесь просто их очень много. Постараюсь в конце ролика я ее разделить. Сегодня у нас, можно сказать, уже 10 января. Скоро у нас уже туда-сюда, как говорится, неделя за неделей, и уже февраль месяц. Будет больше солнечного света. Самим растениям будет легче. И также не забывайте про то, что у нас у всех разные регионы. Вот мы, например, сегодня, можно сказать, 10, но если быть честным, точным, 9 января. Мы живем, проживаем в Волгограде, у нас ранняя весна, наступает уже в конце апреля. И вот мы газанию сеем как минимум за 3,5-4 месяца до высадки в грунт. Если вы хотите вырастить для себя, например, любоваться все лето, всю весну, лето и осень, то можно ее, в принципе, вырастить, знаете, как посеять за 2 месяца, за 2,5 месяца до высадки в грунт. Она будет крепче, лучше, сильнее. И будет также цвести все лето до морозов. Единственное, она, конечно, не сразу у вас, возможно, зацветет. Или, может, кустик будет маленький. Мы из-за чего сеем так рано, потому что мы хотим сформировать кустик, чтобы он был крепкий, сильнее разросся в ширину. Вот. И мы из-за этого сеем так рано. Что сегодня в ролике я, конечно, подскажу вам, что любит газания, что не любит газания, почему цветет, почему не цветет. Потому что можно по-разному ее выращивать. Мы, например, выращиваем ее более 20 лет. Мы уже как бы тонкости небольшие знаем, уже к ней привыкли, приспособились. Сеять мы ее будем поверхностно. Вот такие контейнеры мы насыпаем обычную покупную землю, которая продается в магазинах. Это такой субстрат торфяной. А в нем уже заложены производителем азот, фосфор, калий. В нем питание есть. Единственное, мы будем сеять поверхностно. Я вам сейчас покажу, как я это каждый год делаю. Можно ее просто рассыпать по поверхности, а можно ее, в принципе, сделать, как и для петуни, борозочки и посеять в борозочки, чтобы в дальнейшем ее немножко замульчировать почву. Сейчас мы об этом поговорим. Друзья, ну вот для газания вообще нужно, в принципе, сантиметра три почвы. Мы обычно делаем, конечно же, дырочки внизу, чтобы лишняя влага, если что, стекала. Сантиметра три грунта насыпаем, проливаем теплой водой. Теплой водой можно использовать, немножко добавлять марганцовки, чтобы слабо розового цвета водичка была. Или любым фунгицидом, который вы используете. Проливаете, немножко садится земля, минут
через 20 начинаем сеять. Мы сеем вот такую вот газанию New Day Mix. Вот такая вот упаковочка, посмотрите, вот каждый год сеем. В этом году 100 штук мы купили. Вот. Раньше мы покупали по 1000 семян. Ну, с каждым годом мы, конечно, расширяем свой ассортимент цветов и от некоторых цветов поменьше сеем. Вот такие вот семена, они у нас уже гранулированные, как и у петунии идет гранулированная, также газания. Но бывают семена не гранулированные, например, но шлифованные, их тоже хорошо сеять. А вот если, например, вы сами собираете из газания семена, они такие пушистые семена, их лучше, конечно, тонким слоем, где-то пол сантиметра, все-таки заделать, чтобы они не цеплялись друг за друга. Вот, и тогда тоже своя, вот, например, собранные свои семена с газания, они шикарно всходят, хорошо всходят. Если, конечно, правильно вызрели они, достаточно хорошо всходят. И, в принципе, повторяют и цвет, и раскраску, и ту же высоту, в принципе, по крайней мере, один год, это точно они сохраняют свои все данные. Теперь мы высыпаем, конечно, все это в стаканчик, посмотрите, семена какие, в принципе, все. И начинаем сеять. Но самое главное здесь, вот, когда мы поверхностно сеем, во-первых, при поверхностном посеве, когда мы не засыпаем, не заделываем их почвой, они быстрее всходят уже на третий-четвертый день. Потому что им ничего не мешает. Они лежат на поверхности и автоматически начинают сходить. Одна к одной. Семена сейчас дорогие, очень дорогие. С каждым годом повышается цена на них. И, конечно, мы стараемся семена, которые мы покупаем, мы, именно газания, мы не заделываем. Не заделываем, и уже проверено, что всхожесть будет практически 100%. Что хотел бы еще сказать, можно не заморачиваться, можно просто посеять их вот сейчас просто по поверхности, и она тоже так же взойдет, вся прорастет, будьте уверены. Но у нее, у газаний, такой стержневой корень, очень толстый, и ей иногда просто трудно пробить вот эту вот именно поверхность. Для нее лучше уже сделать такие, знаете, вот уже небольшие углубления, то есть, чтобы она сама, корешок беспрепятственно проник в глубину почвы. Сейчас я покажу вам, как мы это делаем. Ну, давайте начнем, сделаем грядочки вот такие вот, как и для петуни. Небольшие борозочки. Вот прям совсем небольшие. Все мы сделали. И вот здесь еще одну. Сюда помещается примерно 100 семян. Как раз на эту плошечку эти семена мы попробуем раскидать. Если вы, например, посеете поверхностно, то некоторые семена просто будут лежать. Корень не сможет проткнуть эту почву. И тогда придется просто с каждым растением работать. С помощью спички делать углубление и помогать корешку уходить. Ну а сейчас я покажу, как мы делаем, чтобы не помогать в дальнейшем, чтобы растение само ушло, как говорится, корень ушел, нашел это место и ушел беспрепятственно. Друзья, ну вот здесь видите, как получилось, что я решил, прям родился метод у меня, можно сказать, в процессе. Берем обычные ножницы, обычную вот такую лопатку, можно использовать ножичек маленький. И не делать просто вот так, как для петуни, а именно по ровной поверхности, посмотрите, вот мы залили. Мы канавки эти не делаем. Сейчас возвращаем, как было. Равняем. И смотрите, что происходит. Мы берем такой вот острый предмет и где-то немножко, где-то на, знаете, миллиметра 3-4 делаем вот такие вот ровные полосы. Как торты грежем, смотрите, как торты грежем. Вот такие вот полосочки подойдут. Для чего это надо делать? Для чего мы это делаем? Чтобы семечко пошла сразу вниз, в глубину, сама. Росточек появляется, и он будет именно устойчивый, он не будет ни падать, ни валяться. В дальнейшем можно эти грядочки вот эти сомкнуть полностью. Даже можно между рядья просыпать почвой. То есть еще лучше будет. Вот. Теперь наша задача, мы раскладываем семена здесь рядышком, а потом этой же лопаткой закидываем их внутрь. Вот сейчас мы доделаем вот так вот.
аккуратненько. Попробуйте, может вам этот метод понравится. Нам, по крайней мере, нравится. Мы их семена сеем таким способом поверхностно. Теперь берем семена, посмотрите, вот, и раскладываем по одной рядышком. По одной штучке. Расстояния такие же, как и у петунии, где-то сантиметр-полтора друг от дружки. Теперь этой же лопаткой, как я уже сказал, посмотрите, туда ее скидываем слегка. Вот так, чтобы только ее видно, можно даже сильно глубоко не делать. Корешок сам найдет, сам развернется вниз и пойдет уже хорошо сразу укореняться. Вот этой же лопаткой туда его чуть-чуть, это семя. Вот так, просто помогаем сразу его туда забрасываем. Через 3-4 дня мы, конечно, увидим. Я вам сделаю обзор. Обязательно, конечно, для хорошего прорастания должна быть температура, влажность, что еще, свет. И вот следующую. Так. Смотрите, как получается. Они как вот такой борозочки лежат. Вот, и будут отлично прорастать. Следующую и так далее. Вот так мы бачком прям кладем ее. Мы раньше, конечно, утолщением вниз клали семечку. А сейчас, в принципе, заметили уже, что она сама разворачивается и укореняется беспрепятственно. Вот. Что она любит, газания, друзья? Она любит, в принципе, бедные почвы. Она не любит, когда ее перекармливают. Она потому что уходит вся в зеленую массу. Можно даже, если сильно перекормить газанию, или будет сильно богатая почва плодородная, она может уйти в зелень, в ущерб цветению. Так что, если когда в процессе вы будете кормить, то обязательно подкормку делите наполовину. То есть больше 1 грамма на литр воды не делайте. Потому что это уже проверено. Можно один раз подкормить, и рассада просто начнет на глазах расти. Не по дням, а по часам. Так что газания не любит этих подкормок. Любит, предпочитает бедные почвы. Самое главное, чтобы светлые были. Не надо бояться, что вот, например, в процессе выращивания, например, если она подсохнет, например, грунт подсыхает, листва ложится, тургора никакого, ничего страшного, полили, она вся хорошо отходит, но зато это провоцирует на цветение. Газания понимает, что какое-то происходит, ну, именно для нее как стресс, ей нужно выпускать побеги, ей нужно выпускать цветоносы для продолжения рода. Ей не должно быть, чтобы все устраивало. Если ее будет все устраивать, она будет просто вот, находиться в зеленом состоянии, зелень будет расти, а цветения можно не дождаться. Так что провоцировать ближе к весне, если вы захотите, чтобы она побыстрее зацветала, ее нужно провоцировать именно подсушкой. Также, друзья, можно, если в процессе, когда уже корневая система, когда она уже будет в стаканчиках находиться у вас в процессе, ее можно даже укоротить наполовину. Я так тоже делал однократно. Никакая рассада не пропадает, вся затягивается, но зато форма становится меньше, пышнее, выдает снова новые листья, обрастает ширину хорошо. Но это, я думаю, в дальнейшем я вам покажу как на примере. А вот, например, вот эту газанию, она у меня оранжевая, по-моему. Я ее буду сегодня делить и заодно покажу, сколько кустиков получится с этого одного маточного растения, можно так сказать. Вот, по одной раскладываем, посмотрите. Здесь как раз, наверное, на контейнер. Но это, друзья, это только в редких случаях. Это вот я один раз подстригал, в принципе. Делал такой опыт. Это из-за того, что я перекормил азотом. Азофоской, по-моему, я азофоской как дал. И она как пошла вытягиваться. Это небо и земля была.
Я специально сделал вывод. Один ящик я подкормил, другой я не стал трогать. В общем, в два раза выше стало газание. Так что лучше не кормите, не перекармливайте. Это мой вам совет. Ну все, сейчас я вот этот контейнер доделаю, и мы посмотрим и дальше продолжим. Вот, друзья, вот так можно немножко, вот так вот чуть-чуть углубить, чуть-чуть прям, вот так чуть-чуть, как бы в эту щель. А вот эти два ряда, вот как для петунии, я специально, думаю, оставлю, мы просто раскидаем их здесь, и, конечно, увидим разницу. Немножко их вдавим слегка, слегка, и посеем как петунию. Вот именно два ряда. Чтобы было видно, понятно, когда взойдут семена, скорее всего, вот эти два ряда будут такие шаткими туда-сюда. Нам придется, конечно, спичечкой им немножко помочь. А вот этим самостоятельно им не надо будет никакой помощи делать. Они сами уйдут. Но я сейчас досею, я думаю, сюда, наверное, 100 семян все-таки не зайдут. Видите, может быть, семян 10-15 останется. Ну, я сейчас посмотрю. Вот так вот. Ну, вот здесь где-то 15 семечек осталось. Но это мы уже отдельно посеем. Все, теперь мы, друзья, убираем в теплую комнату, в светлую комнату. Можно под подсветочку ставить, накрываем крышечкой. И вот, в принципе, нам нужен будет только вот такой вот распылитель. Можно сейчас вот еще раз слегка просто увлажнить. И сейчас мы накроем, в принципе, крышкой. Давайте сейчас я вот такую возьму крышечку. Опа! Любой, абсолютно. Можно пакетом накрывать, можно крышкой. Все, и убираем в теплое, светлое место. На третий-четвертый день я сделаю обзор, постараюсь, покажу, как сходит газание. Еще что хотелось бы отметить, мы всегда пикируем по стаканчикам, когда у растения появляется два настоящих листика. Вот первые это у нас семидольные, а вот по центру идут два таких узеньких листика. Вот мы даем чуть-чуть, немножко подрасти им, и не дожидаясь, пока она там у нас сильно развиваться начнет, мы начинаем пикировать. Чем быстрее мы распикируем по стаканам, тем быстрее пойдет она в ширину расти и развиваться. Дальнейшее. Можно сначала пересадить их будет, например, по 200-миллилитровым стаканчикам, а потом в 500-е. Вот для... Можно сразу в 500-е пересадить. Сразу. А вообще газания любит объем. Она не любит тесноту. Лучше, чтобы для средний стакан, который ей нужен, это не меньше 500 миллилитров. Тогда, конечно, там будет просто она в ширину разрастаться, ей ничего не будет мешать. Она быстрее зацветет. Если сажать ее даже вот в открытый грунт, сильно тесно друг к другу не надо сажать их, потому что она тогда может чувствовать стеснение. Она, потому что такая дама у нас. Ну вот. Так что, ну, это все в будущем. А сейчас я разделю вот этот кустик. Мы вот это убираем, как я уже говорю, дня на 3-4, а потом я сделаю обзор. Сейчас мы берем вот такой вот куст наш газани и начинаем разбирать. И сразу я из него хочу получить 10-15 растений. И покажу как раз, как я это делаю, как говорится, каждый год. Да, берем вот так немножко, как говорится, сминаем горшочек, чтобы он лучше выпрыгнул оттуда с грунтом. Вот, сам куст придерживаем и вот так вынаем его. Этот куст у меня рос в открытом грунте. Вот за это время, посмотрите, как за 3 месяца, я его 3 месяца назад пересадил, и он уже хорошо, в принципе, оброс уже и корнями. Мне его жалко стало, я его забрал. Он у меня цвел на даче. Сейчас я распотрошу его, и мы продолжим. Ну вот так, друзья, берем, все это обсыпаем. Вот так вот обсыпаем. Берем вот так вот. Это здесь у меня еще работы, друзья, много. Посмотрите, здесь
черенковал прям сразу. Черенки устанавливал. Вот такие 500-е стаканчики. У меня традисканция, она хорошо укореняется сама. Вот. Здесь еще немножко не доделал дихондру. Разделяю и по вот таким вот маленьким стаканчикам пересаживаю. Уже с корешками. Вот. Весной, конечно, они нарастут очень хорошо. Но здесь, понимаете, здесь как, друзья, 50 на 50. Самое главное, можно даже немножко промыть корни вот эти, чтобы было видно, как разделять. Самое главное, чтобы по вот этой розеточке хотя бы был один корешок. Можно по две, по три, можно пучками разделить пучок на несколько частей, например, на 3-4. Сейчас мы попробуем еще раз распотрошить нижний ком корней. Вот, давайте я, наверное, сейчас их вымою в бочке. Вот, друзья, у меня здесь такая ванна, бочка, ванна для растения. Вот так вымываем корень. Смотрите, какой пучок. Вот такое вот растение розеточного типа. Вот они, видите, меленькие волосочки идут, корневые. У каждой розетки, в принципе. И нам сейчас надо хирургическим путем, такой ювелирная работа, разделить их. Все, мы видим корневую систему, нам легче будет сейчас работать. Также плектрантус, друзья, я плектрантус тоже начал черенковать. Вот он у меня, этот маточный куст. Шикарное зеленое растение. Вот в таких кашпо метровых стоит. Метровое кашпо. Очень удобные, напольные. И традисканцию. Ее я тоже сейчас, у меня один кустик остался, тоже обстригу и черенки поставлю на укоренение. Друзья, главное здесь не бояться. Посмотрите, вот я взял одно, отцепил. Вот он, здесь несколько корешков. Самое главное, хотя бы 1, 2, 3 было. И теперь начинаем складывать. Здесь как повезет, как оторвем. Вот так вот разъединяем ее. Можно прямо таким пучком и посадить. Смотрите. Можно еще отделить, если корешок есть, не надо. Значит, можно так посадить сейчас. Вот тоже здесь, посмотрите как. Можно так и посадить. Вот она, корневая система. Это у нас уже три растения. Вот еще здесь, посмотрите, вот они. Корешки есть здесь. Вот. Теперь смотрим здесь, что у нас. Разъединяем. То же самое, корешки есть. Можно еще попытаться рассоединить. Можно так посадить. У нас получится, посмотрите, уже 5-7 растений. Вот то же самое, смотрим. Посадили так... Сейчас мы, кстати, и посадим. Все. У нас где-то получится не одно растение, потому что бывает так, знаете, всю зиму может не перенести растение, можно его залить, а то у нас получится больше растений, 5-7, больше шансов. Да и вообще она хорошо, вот сейчас мы пересадим, будет вся хорошо развиваться, потому что мы уже несколько лет это делаем спокойно, и спокойно все получается. Друзья, ну вот такие вот стаканчики берем. 500 миллилитров, можно вот такие черные, можно прозрачные. Теперь устанавливаем хорошенько туда и присыпаем. Можно даже этой же землей, в принципе. Вот так чуть-чуть притрамбовываем. Потом, конечно, поливаем. Берем следующий. Вот такие корни. И по центру устанавливаем. Также, конечно, даем 3-4 дня хорошенько укорениться, найти место. Потом можно любым укоренителем полить. Также подкормить слегка, только не сильно. Часто мы вообще газанию не кормим. Может быть, один раз в месяц, один раз в 3 недели, но не чаще.
Тоже маленькие два корешка тоже установим. Вот они, они тоже пойдет. Мы надеемся, все будет хорошо. Ей будет еще лучше теперь развиваться. Она, во-первых, будет хорошо проветриваться, потому что загущенный сильно кустик был. Вот, посмотрите, какой теперь хороший. Главная задача сейчас — мы их пересадим и польем. Вот здесь вот на одном растении. Раз, два, три. Здесь три корня. Два соединяем и присыпаем. Все вот так сжимаем. Смотрите, какой симпатичный кустик уже получается. Ну, на этом, друзья, я не буду занимать ваше время. Желаю вам успехов, удачи, всего наилучшего. Экспериментируйте, пробуйте, выращивайте. Все у вас будет вот так вот. Я желаю вам здоровья крепкого, удачи, успехов, всего наилучшего. Пока.